Страна бесконечных майданов. Страна, где хунта непобедима. Страна, где государственная идеология – национализм. Украина, вышедшая из СССР, с самым мощным потенциалом, сейчас в плену у вооруженных бандформирований. До чего докатилась Украина за годы незалежности? И кто на самом деле управляет страной? И с вами Америка. С вами я. Украина раздора. Тема ток-шоу «Крымский консенсус». В эту среду в 20:00 на телеканале «Миллер».